названы устройства Apple, которые потеряли поддержку iOS 13 с темной темой. Израильский ресурс Verifier опубликовал список устройств, с которыми не будет совместима операционная система iOS 13. Среди смартфонов из совместимых пропадут следующие модели, что поддерживали прошлогоднюю iOS 12, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Среди планшетов iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Air, iPad Air 2 и iPad Mini 4. Также обновление до iOS 13 не сможет получить плеер iPod Touch 6 поколения. Несколько моделей помечены как сомнительные, апдейт для них еще может появиться, это iPhone 6s и iPhone 6s Plus, iPhone SE, а также iPad Mini 4. Первые подробности о новой мобильной ОС Apple появились буквально вчера. В ней ожидается темная тема или ночной режим по всей системе, улучшение в CarPlay и ряд новшеств специально для планшетов iPad. Презентация iOS 13 ожидается на конференции Apple для разработчиков, WTC, Worldwide Developers Conference, в июне этого года.